Дисклеймер. Доброго времени суток, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Silverhead. Меня, как всегда, зовут Сережа, а это The Callisto Protocol. И мы продолжаем прохождение этой игры. Мне пока все очень нравится, тебе, надеюсь, тоже. Поэтому вот прямо сейчас я вот жму на паузу, чтобы ты спокойненько поставил лайк, написал комментарий, что типа там, давай еще видосов, что так мало, почему каждый день всего 4 видоса выходит, почему не 18, вот, и поставь колокольчик, да, ну, то есть смотришь без подписки, если смотришь, то надо бы писку, угу. Так, ладно, погнали, надеюсь, ты все успел сделать. Так, а нам куда? Нам наверх, да? Ну, пойдем. О, я ж нажрал. Здоровье 35x, окей. Я ж нажал, ну, я и блокировать, и назад. Надо вот немножко привыкнуть к управлению. Слышишь меня? Да. Ага. Но как? Я активировал двухстороннюю коммуникацию в твоем импланте. За столько лет в тюрьме чему-то ты научишься. Вижу, ты нашел подъемник. Езжай вниз и найди лифт на том уровне. А, в... Я вниз? А я вниз поехал. Так, это мы слышали. Давай еще раз послушаем. Отреагировали на крушение судна у шлюзового КПП. Местность оцеплена по распоряжению начальника. Доступ разрешен лишь команде Малер. Не думал, что буду тосковать по старой начальнице. Она хотя бы следовала уставу. Не работает. Тише, тише. Ой, блядь. Ну давай. Да я ж нажал! На, сука. Так, вроде получше. Чё там? Кредиты. Кредиты Каллисто. Так, а с этого я ничего выбить не могу. О, это я могу открыть. Восстанавливающая инъекция. Как это? Немедленно мобилизовать все опергруппы. А как-то можно на быструю клавишу? Так, ищите закрепленные стены в шкафчике, восстанавливающие инъекции. Восстанавливающие инъекции могут оставить врага после... Могут оставлять враги после смерти. И также можно идти в ямнуть ящиков. Кнопку Z. Если вы снова здоровы, но будьте осторожны, поскольку вас могут атаковать, пока вы вводите препарат. Тревога. На экране система инвентаря. Понял. Так, а это на троечку? Да, ага. Понял. Ты как, дядька? В порядке? По тебе не скажешь. Может его ебануть и забрать с него что-нибудь? А ему вообще насрать. Так, и что тут взламывать сейчас будем? А, просто, блядь, мы открыли, да? Ладно. Элис, что-то не так с лифтом. Я еду вниз, а не вверх. Черт, там одиночные камеры. Оттуда тоже можно попасть к вышке, но будет дольше. Будь начеку. Они держат там законченных психов. А может просто мы попробуем еще раз, нет? Нет? Угу, понял. Окей. Окей. Давай, пока. Вы думаете меня этим напугать? Я в Poppy Playtime только что играл. Ну, не только что, ладно. Час назад. Фонарика у меня нету никакого, да? Джейкоб. О, блядь!
У. Капитан? А как с ним поговорить? Преобразователь энергии. Что это? Ценные предметы контрабанды можно продавать за кредит. А это ценный предмет, да? Компоненты, которые можно по низкой цене обменять на кредитные ласкалиста в определенном рефордже. У ЮК станц санкционировал покупки этой контрабанды, чтобы вывести их из обращения. А-а-а. Джейкоб, ну это он сказал. А чё, мы ему не поможем? Ничего, поговорить мы не хотим. Вообще насрать, да? Это ж типа охранник. Может, помог бы, нет? Е-е-е-е-е-е. Это чё? Это ничего, да? Кредиты. 4. Все. О, похавать, не? Попить, похавать. А, нет, не то. Ой, не то подумал. Я думал, это миска большая почему-то. Сейчас нас кто-то за спину схватит, скажет, не так быстро, молодой. А нет. Ну просто впереди. А, блядь! Ебать, действительно. Ля, сука. Подпольный крыс. Понял. Я тебя пиздану, только вылези, блядь. Да достань палку, блядь, мне с палкой спокойней. Еще кредиты. Да куда ты прям ручкой как к унитазику? Мы уже выяснили, что это не еда. Так, ну вот он отсюда сейчас вылезет и нас, блядь, кусь-кусь сделает за жопку. Где-где-где-где-где-где-где-где-где. Фу, блядь. Фу, блядь, фу нахуй. Бля, братан. Один мой друг. Я его всю жизнь знал. Он стал этой тварью. Напал на меня. Ты ранен? Нет. Нет. Но пришлось его убить. Убить это. Что это за хуйня? Я бы сам хотел знать, меня сейчас чуть не съела какая-то личинка из чела. О. Так, можно было? Инъекция. О, прикольно. Блин, пока ничего не понятно, надо, короче, во все тыкаться. Куда звуки? Я пизды дать могу. Пью-ка фиёчку, а то чуть страшно. Я нашел лифт. Поднимаюсь. Хорошо. Может, лазарет. Путь в обход будет нам на руку. Сразу за лазаретом будет камера с оружием. Смогу прибрахаться. Только будь осторожен. Активировали охранных ботов. Ага, и что? О, боже, нет! Беги! Будьте заражены! Разрешен огонь на поражение. Ух ты же, блядь! Нет! Зона под контролем. Перехожу в медсектор. Ну зачем медсектор? Ну я ж как раз, блядь, в медсекторе.
Так, я, наверное, на циплах, да? Пойду. Хотел на F5 сохраниться, ага. Ну, давай попробуем, подожди. Нет, это так не работает. Хуя. Вот это похоже, как будто взломать можно. Ой, да ладно. А куда? А, ой, да ладно. Ой, страшно же сделать потом. Охранный мод черной жести активирован. Элис, они могут отследить нас. Охранные системы полетели, как и тот лифт. Просто не попадайся в поле их зрения и сможешь прокрасться. Ебать ты простой. Высокий уровень угрозы. Поиск активных идентификаторов МОР. Меня не должны заметить. Да уж не хотелось бы. Он нас с тобой распидорасит просто. О! Ну ты понял. Уничтожит. Расфигачит, так сказать. А тут заперто. Давай быстрее. Движение не обнаружено. Это и не надо, чтобы было обнаружено. Подожди, а с той стороны? Активность не обнаружена. Ничего нету, да? Да, я понял, понял. Не выпендривайся там. Все, иди по своим роботским делам. Правильно, правильно. Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я. Инъектор. О, что тут у нас? Плюс кредиты, не знаю пока зачем, но явно они не будут лишними. Подожди, а робот, мне не к роботу случайно? Я так понимаю, вряд ли. Личный дневник, доктор Кейтлин Маллер. Сегодня я прибыла в Черную Жесть. Впервые встретила с Коулом. Он дал добро на перезапуск программы. Будет непросто, но я верю в свою команду. Они, как и я, понимают здешние перспективы. Будущие возможности. Че? Необходим предохранитель. Угу. Я так понимаю, где-то здесь его найти сейчас надо будет. Это ваш пердак-хранитель. Кредит здоровья. Здоровье и кредит, как говорится. Вот в тумане FPS сильно просаживается, кстати. Не сильно, но я прям вижу. Я не знаю, тебе будет заметно на записи, нет? Угу. Я понимаю, здесь что-то с предохранителем, да, связано? Нет? Это что? Это что? А-а-а. Да иди ты. Ой! Ой!
Блять. Да, блять, я ж уворачиваюсь. Я же уворачиваюсь. Ой, на, сука. На. Кайфани, блядь. Да сколько вас тут? Я же нажимаю, ну что такое? Как это работает? Я не понимаю, как боевка пока работает. Пока мне это очень сложно дается. Где я вообще? Ага. Подожди, мне сюда. Пойдем еще раз им, блядь, ебальники сейчас набьем. Слышь, козлы. Открывай. А ну сюда, блин, идите нахер. А ну сюда нафиг, быстро все. Так, секунду. Так, я вернулся. Так, и пойдем обратно сразу. Ну-ка сюда. Оп! 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 На тебе, в борщ. Блять. Так, нормально, нормально. С этим справились. Так, давай, давай. Оп! На! На! Ай-я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 й. Ты чё, другалёчек? Опа. Опа. Оп. Опа. Опа. Всё, всё, понял. Ага. Когда блокирую, мне по лицу немножко дают всё-таки. Когда уворачиваюсь, не дают. Понял. Что ж тут непонятного? Всё понятно. Так, так, ещё. Ага, ага. Так, и тут еще должен вылезти. Ну давай, давай. На, а я первый. А я первый. Оп! Оп! Козел ударил меня все-таки. Оп! На. Что ты без рук? Лох? Ничего не можешь без рук? Да все с тобой ясно. Фух. Не, ну это серьезно, серьезно было. Ну, сейчас более понятно. Короче, ударил, ударил, увернулся. Как-то так, надо по-другому, потому что, ну, никак иначе, как говорится. Так, кредитики забрал. Сейчас, ребят, одну секундочку еще. Котик забежал в комнату, извините. Продолжаем. Так, тут мы лутанули. Вот отсюда можно с раздевалочки нам выходить, я так понимаю. А нам вообще не сюда, как я понял. Необходим предохранитель. Окей, а где его взять? Это что у нас вообще? Интенсивная терапия. А нам в нее надо? Не то чтобы я хочу туда, если честно. Так, ну робот, я так понимаю, дальше 5 метров не видит, да? Он такой, чё это, чё там вообще? Кто, кто это, кто там? Так. А! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты! Пиявочка сраная! А мы с тобой уже виделись. Спокойно, пиявочка. А, я открыл пиявочку, да? Вот это я хорош, конечно.
Это может пригодиться. Угу. Угу. А может, сначала туда сходим тогда? Подожди, 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 подожди. Там, кажется, проход. Вот, вот здесь, да? Вот здесь. Сюда. Вот сюда давай туда сначала. Что у нас тут? Угу. Угу. По-моему, ништяк. Писта лутика чуть-чуть забрали, и все, и нормально. И хорошо себя чувствуем. Робот, а ты вот это вот стой там, не выпендривайся. Так, это тут мы вырубили, и нам туда, на лифт, да, я так понимаю? Там лифт или что? Мезонин М123. Я разнаю, что это. Что-то непонятное. Что, в смысле, горящий? Да в смысле? А иди ты нахер! Да ну я увернулся! Ну что это за боевка? Я нажимал прям D, прям уклониться. Ай, насрать вообще. Непонятно, когда в какую сторону уворачиваться, если честно. Вот единственная такая правда. Если я сейчас опять оттуда начну, на это пиздец. Нет, слава тебе, господи. Вот близкие чекпоинты. Вот, увернулся. Нахер иди. Не всегда понятно, как, когда вообще в какую сторону уклоняться. Прям очень часто я не понимаю, почему он не уклонился, например, в определенный момент. Это что? Как-то так. Так, ну это правда какие-то некроморфы, по-моему. Пункт досмотра. Ага. Сколько у меня хилок? Давай одну заюзаем. Можем себе позволить, я думаю. Хуже мне от этого точно не станет. Это что? Ага, блин. Ну и ладно. Изменения. Не бойтесь их. Лишь благодаря им мы растем. Становимся лучшей версией себя. Меняться сложно. Но необходимо. Понял. Меняться сложно, но необходимо. Понял? Я понял. Ты понял? Джейкоб, дела все хуже. Ты где? Прошел лазарет. Все еще ищу камеру с оружием. Хорошо, ты уже близко. Не останавливайся. Да ну, не хотелось бы. Хотелось бы уже с оружием побегать. Угу, слышу, слышу, блядь. Козлы. Угу. Так, а что делать? А вас тут двое. Ты типа такой, да нахер, оно в принципе не очень-то и хотелось тебя убивать, чел. Нет, это правильно, правильно. Я погнал, мужики, вы там как хотите. О, это похоже на камеру охраны. На пост охраны.
посмотрим. О, там что-то это. Дай-ка. Дай-ка вот это потрогать. Нашел что полезное? Оружейно уже обчистили. Осталась лишь эта дубинка. Оглушающая дубинка, да. Эти штуки прилично бьют. Явно пригодится. А чё, ну палку бы оставил, вдруг бы помогла как-то, нет? Так, ты почти у вышки. Когда я проходил, там было пусто, так что проблем быть не должно. Встретимся с другой стороны. Да, до встречи. Я что-то нажал. Куда я жмал? Да ну почему я тебя бью, а тебе насрать? О, прикольно. Так почему я его бью, а он такой, дай мне чел. Я преисполнился, мне вообще насрать, что ты там бьешь, не бьешь. Достань, пожалуйста. Не убирай, блядь. Не убирай, я тебя прошу. Я понимаю, пострелять мне ни с чего не дадут пока что, да, в ближайшее время? Почти на месте. Угу. Так, ну давай жахнем себя. Чтоб получше было. Правильно? Я, пожалуй, просто пойду. Надеюсь, они там не против. Пойду я нахер, да? Понял. Там мужичку что-то гадости делают. Ну иди сюда. Да иди ты нахер! Сука! Козлина! Ну что, иди сюда. Нахер, блядь. Что, ну она больше дамажит, эта дубинка. А ты чё? Лежишь. Ну давай, перелази. Этот новый начальник. Я не могу его понять. За несколько месяцев в тюрьме изменилось больше, чем за десятилетия. Хотя... Может, происходящее — это мой долгожданный шанс. Нужно быть наготове. Там что у нас? Немедленно мобилизовать все опергруппы. Пойдем туда. А это можно вот так вот? На 2 минуты контрольная Тревога. Точка. Система понял. Система безопасности отключена. Оставайтесь в камере. Мне сюда? Или не сюда? Как понять вообще, где контрольная точка была? А, во, сейчас. Понял.
Во, контрольная точка, 2 секунды. Все, на всякий случай так вот сохраняемся. И с тобой увидимся в следующей серии. А ты подписывайся на канал, жмяка на колокольчик и оставляй комментарий. Не забудь про лайк, кстати, да. Всех обнял, приподнял, покружил, на место поставил. Всем пока.